В здании Гранд Плазы прошли ежеквартальные антитеррористические учения. Инструкцию получил персонал объекта, который при чрезвычайных ситуациях в первую очередь должен действовать слаженно и оперативно. Мы сегодня проводили в соответствии с планом работы АТК Московской области показательную тренировку по действиям руководства и персонала торгового объекта в соответствии с пунктом 9 851 указа президента о введении различных уровней террористической опасности. Всего таких уровня 3 – синий – повышенная опасность, желтый – высокая и, наконец, красный – критическая. При установлении последнего уровня должны быть предприняты определенные меры. Например, приведение в состояние готовности сил и средств для контртеррористической операции, перевод медицинских организаций в чрезвычайный режим, усиление охраны, а также создание пунктов временного размещения для эвакуированных людей. Все это и многое другое на собрании в рамках тренировочных учений рассказали руководителям торговых объектов городского округа. Все это принимает область, губернатор принимает решение. Решение это приходит там, через по телеграмме там, в муниципалитет. Да? Главы, независимо, кто-то получает эту телеграмму, телефонограмму, значит, сразу же собирается антитеррористическая комиссия муниципального городского округа, да, и там уже ставятся конкретные задачи по всем направлениям. Тренировка персонала торгового комплекса прошла при участии антитеррористической комиссии Московской области, местной администрации, а также МЧС, Росгвардии и ФСБ. Учения показали, что сотрудники данного объекта подготовлены к внештатной ситуации. Мария Буржинская, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.